не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Из-за сильных дождей, которые прошли в Туве на прошлой неделе, произошло подтопление некоторых населенных пунктов. На кадрах село Хандагайты Авюрского района. Вчера был ливень, и вот из-за ливня вода вот так. Сейчас ясная погода, все сухо, все нормально. Отмечается, что заявлений от жителей о потопленных участках не поступало. Также из-за обильных осадков на территории республики специалисты отмечают подъем уровня водоемов и рек. По данным Тюменского гидрометеоцентра, за минувшие сутки уровень воды в реках республики поднялись. В таких реках, как села Туарахем, где протекает река Большой Енисей, поселок Бучжужеп, река Малый Енисей, тут плюс 18, село Харгзет, река Малый Енисей, плюс 22, город Кызыл, река Малый Енисей, плюс 15, и поселок Еме, там протекает река Демчик, плюс 32 сантиметра за сутки. Данные были взяты сегодня утром, 9 июля, 8 часов утра. Также местами по республике произошел размыв участков дорог. Дорожники взяли на контроль 3 объекта. Размыв подъездных путей к мостам села Арыскан в Улухемском районе, а также размыв подъездных путей к мостам в Авюрском районе. На местах работает комиссия ТВ-Автодора, администрация районов и представителей подрядных организаций. В минувшие выходные глава Тувы Шалбан Караул посетил Кахемский и Дзунхемческий районы, где проверил ход выполнения работы в рамках национальных проектов. Кахемский район участвует в 5 нацпроектах. Это демография, жилье и городская среда, культура, здравоохранение и экономика. В 2019 году здесь предстоит создать центры «Точка роста» в школы Сарысепа и Бурынхема, построить спортивную площадку в Сизиме и укомплектовать его школу спортинвентарем, а также сформировать спортивный клуб при школе села Кундустук. В районном центре селе Сарыксеп Шалбан Караул провел встречу с активом района и жителями. В последнее время специалисты сюда не торопятся приехать. Нам их нечем здесь завлечь. По республике в целом, все мы знаем, что у нас идет утечка тоже специалистов за пределы. И когда разговариваешь со своими коллегами, они говорят, мы приезжаем, нам дают хорошую зарплату, предоставляют жилье. Как нам сделать так, чтобы хотя бы педиатры, терапевты, если приедут после института, чтобы они не жили, ну, где-то по углам, не снимали жилье, чтобы у них была возможность здесь создать семью. И мною была поставлена задача, давайте лучше министра сейчас послушаем, что он предпринял для того, чтобы квалифицированные кадры выезжали в районы, и какие есть преференции, льготы для того, чтобы эти специалисты появлялись в районах, и какова вообще ситуация по кадровой ситуации в системе здравоохранения? Поэтому, конечно, вопрос очень острый. Мы, значит, сейчас, значит, некоторые председатели кожаных администраций уже поняли, уже предлагают разные варианты обеспечения жильем. Вот там, скажем, сейчас мы 2 таких недостроенных дома передали, мы собираемся там, значит, вот эти хозспособом отремонтируем эти 2 дома двухквартирных рядом с больницей и, соответственно, для врачей. Здесь, значит, пока таких вариантов нет. Ну, значит, я думаю, что Арсен Владимирович тоже, значит, заботится этим вопросом. В ходе поездки в Кахемский район глава Тувы проверил качество дороги между Кызылом и Сарыксепом. Поставил дорожникам задачу в срок до 1 сентября проложить новый асфальт. Это в общей сложности около 11,5 километров. При этом настоял на гарантийном обязательстве подрядчика сроком на 10 лет. Думаю, так они точно будут строить на совесть, сообщил в своем блоге глава Тувы. Землеполотно у нас выполнено где-то на 75%, осталось 25%. И вот асфальт где-то выполнен, ну, около 40%. 1 сентября мы уже завершили проезжать. Да. Гарантия 10 землеполотно. Кажется, вот сейчас вот эта безопасность автомобильных дорог, это по нормативу 10 лет без ремонта, то есть межремонтный. ФАС со всеми прокатурами собираемся, все обсуждаем, чтобы, да, действительно закрепить на долгое время и содержание.
В городе Чадане в Дзунхемческом районе прошло чествование передовиков сельского хозяйства, посвященное празднику животноводов «Надам». Шалбан Караул вручил государственные награды сельхозтруженикам и отличившимся работникам района. Чаданскому дому-интернату для престарелых граждан и инвалидов вручил сертификат на приобретение автомобиля марки «УАЗ». Сертификат на приобретение аппарата УЗИ вручен Дзунхемческому межмуниципальному медицинскому центру. Ключи автобуса «ГАЗ Next» получил Чаданский драматический театр. Также сертификат на сумму 5 миллионов рублей получил Тывихаинский сельский филиал Дзунхемческой библиотечной системы. Также глава республики и руководители региональных министерств ответили на вопросы местных жителей. В частности, речь шла о строительстве детского сада в городе Чадана, о ремонте дороги до села Чергак и о перспективах строительства железной дороги до Чаданы. По данным Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, в республике за 2018 год было зарегистрировано 1747 браков. Из них 1121 брак зарегистрирован в городской местности, 626 – в сельской. Впервые в брачный союз вступили 1520 мужчин и 1519 женщин. Наибольшее число браков среди мужчин и женщин в прошлом году было заключено в возрасте от 25 до 29 лет. В возрасте 60 лет и старше в брачный союз вступили 23 мужчины и 12 женщин. По традиции, летние месяцы календаря оставались самыми свадебными. В июне прошлого года был зарегистрирован 161 брак, в июле – 226. Наибольшее количество зарегистрированных браков пришлось на август – 256. В Туве в прошлом году родилось 6537 детей, из них 3402 мальчика и 3135 девочек. Число рожденных малышей у пар, состоящих в зарегистрированном браке, составило 2525 или 38,6% от общего числа родившихся. И о курсах валют. Доллар стоит 63 рубля 87 копеек, евро 71 рубль 71 копейка. Шубы в рассрочку. Норка 39 тысяч рублей. Мутон 6 900. Успей купить с 11 по 14 июля. Спорткомплекс имени Ивана Ярыгина. Улица Интернациональная, 3. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях. Наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». В Туве директор муниципального образовательного учреждения признана виновной в совершении мошенничества. Собранные следственными органами доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 54-летнему директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения села Качек Эрзинского района. Она признана виновной в совершении преступления по статье «Мошенничество», то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения. Следственным судом установлено, что осужденная, являясь директором муниципального бюджетного образовательного учреждения, в период с января 2015 года по июнь 2017 вносила в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения о выполнении третьими лицами различных обязанностей – воспитателя, сторожа, истопника и так далее, тогда как указанные лица фактически не трудоустраивались на работу и не выполняли данные действия. На основании указанных табелей, подписанных директором данного учреждения, третьим лицам начислялась заработная плата и отпускные выплаты, которыми они распоряжались по собственному усмотрению. Всего за указанный период в результате умышленных действий осужденной администрации Эрзинского района был причинен ущерб в размере свыше 220 тысяч рублей. Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей и постановлено взыскать в пользу администрации Эрзинского района республики в счет возмещения материального ущерба 228 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу. Новосибирская физмат-школа станет бесплатной для одаренных детей из Тувы. Образовательное учреждение выиграло грант в размере 574 миллионов рублей из федерального бюджета. Значительная часть средств пойдет на расходы по питанию и проживанию учеников. Это позволит с нового учебного года отменить родительскую плату за интернатное содержание для всех учеников, в том числе из Республики Тыва. Ранее родители платили до 133 тысяч рублей в год. Заседание комиссии Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации по предоставлению грантов на развитие сети специализированных учебных научных центров России состоялась 1 июля. Всего на конкурс было подано 17 заявок. Победителями признаны 4 организации, среди них специализированный учебно-научный центр при Новосибирском госуниверситете, известный также как Новосибирская физмат-школа. Летняя школа откроется 1 августа в Новосибирском академгородке. Сейчас в списках ее учеников 17 жителей Республики Тыва. При успешном окончании летней школы они могут рассчитывать на поступление в физмат-школу. В Тувинском селе в День семьи, любви и верности зарегистрирована свадьба археологов из Санкт-Петербурга. Сообщается, что ученые-археологи из Санкт-Петербурга Алексей Крамышев и Ольга Андреева поженились по тувинским национальным обычаям. Свадьба состоялась в Доме культуры села Чахоль. Молодожены специально сшили тувинскую национальную одежду. Специалисты ЗАГСа Чахольского района во время бракосочетания использовали красивые обряды, то есть расплетение одной девичьей косы в две косы замужней женщины. Археологам, посвятившим 35 лет археологическим работам в Туве, была вручена благодарность в честь Дня семьи, любви и верности. Праздник завершился тувинским национальным танцем «Челерой». Отмечается, что ученые из Санкт-Петербурга ведут раскопки на дне Саяно-Шушенского водохранилища. Юные шахматисты Тувы на турнире Кубка России завоевали 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль. В Омске завершился очередной этап детского Кубка России по шахматам. Республику на турнире представила внушительная делегация детей разных возрастов. Почти все являются воспитанниками тренера Сергея Тюлюша из Центра дополнительного образования города Кызыла. После 9-дневной напряженной борьбы юные спортсмены из республики в центре Азии завоевали 5 медалей высшей пробы, 1 серебро и 1 бронзу. На торжественном закрытии соревнования победители и призеры всех возрастных групп награждены дипломами, медалями и денежными призами. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, местами небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах сильные дожди, грозы, возможен град. В Кызыле перемена облачность, без осадков. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Днем порывы до 15. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов, днем плюс 32, плюс 34.